Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Михаил Топоркова, программа «Совета бывалых». Если сильно морозно, и вам долго придется сидеть в засидке, или на номерах стоять, или на снегоходах ездить и мало ходить, используйте термобелье непромокаемое на пуху, на натуральном. Оно хорошо задерживает влагу и иногда впитывает пот, который выходит от вас. И вам будет нормально и комфортно на охоте. С вами был Михаил Топорков и программа «Советы бывалых».